На сегодняшний день, например, мы можем вам представить такие виды продукции, как Аленка, которая является печеньем, и также контрафактный товар, который даже по внешнему виду очень схож с оригинальным товаром. Итак, если обратим внимание, значит, мы можем ощущать довольно качественную, хорошую упаковку на оригинальном товаре и также на контрафактном товаре немножко помятая. Также, если мы обратим внимание, то на оригинальном товаре нам указано то, что в них есть свои минералы и витамины, которые полезны для здоровья, которых нет в контрафактных товарах. Они являются в основном просто вкусозаменителями и похожими по вкусу и аромату товарами. Также мы можем видеть то, что в этом продукте все части продукта, то есть каждое печенье, оно разложено в правильном порядке и ровным образом, что мы не наблюдаем в этом виде товара. Как мы видим, оно может мяться и немножко криво упаковано.